Заработали 4 дискуссионных площадки. Комфортный двор, городские общественные пространства, благоустройство малых городов, а также городская среда, стандарты и индекс качества. При участии депутатов Госдумы, а также заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, делегаты обсудили возможности федеральной поддержки создания мест массового отдыха, участие жителей в благоустройстве дворов, организацию системы оценки качества городской среды для каждого муниципалитета. По словам секретаря Генерального совета партии Сергея Неверова, сегодня важно получать обратную связь из регионов, потому что все эти проекты являются реализацией программы, с которой партия шла на выборы и в основе которой наказы граждан.